Всем здравствуйте, девочки, дорогие мои. Ну, что радостно для плетуна, да? Ну, какие-то такие наши вещи, которые присущи только нам. Красители, пузыречки, лоточки, да все что угодно. Короче, я делала заказ у Светы Пономаревой. Она занимается рассылкой сухих красителей и всяких инструментов помогалок для нашего плетения. Забегая наперед, скажу, что Светлану можно встретить в нашем большом телеграм-чате. И ссылочку на чат я оставлю в описании к этому видео. И плюсом оставлю ссылочку на ее страницу ВКонтакте. Заказы, по-моему, у нее только через ВКонтакт. Ну так вот, что тут такое? Плюсом ко всему, есть у меня теперь лоточек маленький для обработки трубочек. Сейчас все покажу. Значит, тут куча пузырьков, которые очень хорошо мне будут помогать в том плане, куда налить клей, полимерный, ПВА, да, какой угодно. В общем, все это с удобными носиками. Эти пузыречки стоят прямо, ну, копеечки. Есть вот такие вот с иголочками. Это очень удобно. У меня уже был такой, поэтому я заказала еще побольше. Сразу много из всех разных. Этот тоже с иголочкой. А этот вот такой. Вот такой тоже удобный, с удобным таким носиком. Значит, красители у меня еще кое-какие есть, поэтому я заказала недостающих. Ну, тут кисточка. Очень хорошая, кстати, кисть. Она из натуральной щетины и стоит совсем-совсем недорого. У Светы есть прайс-лист, она даже дает рекомендации по разведению красителей, как ими пользоваться. В общем, самое главное, я у нее заказывала пудры. У меня была белая жемчужная, еще какая-то была. И вот я хотела попробовать зеленую, изумрудную. И вот я ее взяла. Она такая красивого цвета. Сейчас у меня здесь просто отсвечивает лампа, поэтому не особо видно. Но я обязательно вам покажу на трубочках. Тут есть у меня теперь бейдж зелененький, светло-зеленый. Целых два в сочетании вот с этой пудрой. Это будет просто бомба, девчата. Обязательно все покажу. Желтый взяла. Не люблю желтый цвет, но иногда его нужно куда-то добавить, чтобы дать желтизну. Тут ореховые бейджи у меня. Тут у меня красители для тканей, есть бордо, есть синий, все пригодится, у нас впереди Пасха, также бейдж красный и коричневые. Вот лоточки еще, смотрите, какой прикольный, он мелкий, и самое главное, что он ровный, вот здесь нет никаких выступов на дне. Для чего? А для того, вот сейчас я возьму немножко трубочек. Уложу. Он 40 сантиметров лоточек. Вот так я буду укладывать и обрабатывать трубочки. Будет очень-очень классно. В общем, сегодня вот такой ролик у меня. Трубочки у меня, конечно, немножко забракованные. Вот видите, что творится. Какие-то пятнышки на них. Ну, я, когда такое получается, знаете, вот чего это получается? Это получается вот когда в банке с красителем остаются частички бумаги, вот отсюда отрываются с кончиков. И потом получается вот такая петрушка. Я не процедила, сразу не заметила. Ну, у меня это второй или третий раз такое, но уже я ничего не сделаю, поэтому я оставляю так, как есть. И иногда в плетении вот такие браки на трубочках смотрятся очень-очень неплохо и очень-очень натурально. Поэтому я такое не бракую, я этим работаю. Ну вот, в общем, вот такие вот у меня сегодня обзорчики. Еще раз повторюсь, ссылку на аккаунт ВК Светы я оставлю в описании к этому ролику, а также на наш большой телеграм-чат, в котором тоже можно найти Светлану и получить уйму советов по плетению. Мы там делимся опытом, какими-то наработками. Девочки хвалятся своими работами. Нас там уже около 3000.
Поэтому милости просим, добавляйтесь. Все ссылки в описании к этому ролику. Но сейчас я попрошу вас поставить лайк, если вы этому видео. Также посмотреть еще какое-нибудь видео на канале. Ну а на сегодня все. Всем пока!